перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Питера Павлова, привет, привет. Кто ты, Павлова? Кто ты такая? Ну-ка, давай-ка с тобой будем с тобой. Ты мне нравишься. Ты талант, береги себя. Мы все таланты, ребят. Ни больше, ни меньше. Мы тут слышали, что ты ушел из русского рэпа. Ну, типа, да, в том понимании, в котором он существует сейчас, да, ушел. Насчет телепатии, искания — это вышка. Ну а что поделать? Вот такими вещами человек занимается. Привет из Череповца. Привет, Череповец. Вейп. А с чего вы взяли, что мнение ваше и Кизару мы должны слушать? Нет, я не говорю, что вы должны мое мнение слушать. Можете не слушать мое мнение. Вы удивительные люди. Слушайте мое мнение, потом заходите в эфир и пишите, что хватит бухать. Я не бухаю. Выпивать — это не значит бухать. Давайте кидайте запросы, может, пообщаемся с кем-нибудь. Привет из Львова. Выступи в Питере, будь человеком. Почему в Тагил не приезжаете? Привет из Севастополя, из Казани. Ребят, кидайте план «не курю». Вот так. И вам не советую. Базаришь. Стать дым. Оникс Last Days, Smokey Mo ремикс, да, с тысячу лет ему охренительный ремикс. Кендрика мы очень уважаем. Кендрик крутой пацан. Привет из Сингапура. Ребят, кидайте заявки. Кидайте заявки. Кидайте заявочки. Заявки кидайте. Сколько мы проработали на день первый, брат, скажи? Ну... 5 месяцев, думаю. Ну, 5-6 месяцев. 5 месяцев, короче, мы день первый. Потом еще пару недель. Ну, потом пару недель еще сводили, да, там. Ну, докручивали. Мы, то есть, там докручивали. Делали, потом... Да. Ну, вот мы новый альбом делаем, короче, мы новый звук уже, типа, пытаемся выкручивать, то есть уходить от такого звука, как на день третий, там, на день первый. Привет из Беларуси. Ага. Все на высоте. Скоро выйдет, кстати, то, что мы отбирали на Fresh Blood передача. Вот. С кем фиты планируются? Очень хочу Гуфа на фит, как в старые добрые, с ним сделать фит, но такое, что-то сделать более свежее по звуку. Седьмого марта ждем. Я думаю, что это про сингл пишут. Девочка написала, 7 марта ждем. Да, вот, да, это точно, я попал.
Дыбенко на связи, нифига себе. Дыбенко. Киргизия у нас в эфире. Так, что по заявкам посмотрим, может, кому наберем. Спасибо за альбом, спасибо, спасибо вам. Так, ну, нормальный прикол, кидать заявку и отменять. Развон. Так. Кидайте заявки, кидайте. Кевин у нас. А ну-ка, Кевина, тебя сейчас наберем. Сейчас наберем Кевина, узнаем, как он там. Кевин, сними. Йо-йо-йо. What up? What up? Как ты, брат? Все четко, у тебя как дела? Нормально. Че, незаметно по мне? Все четко. Ты уставший какой-то. Да, я ночью мало спал. А чем ты занимался? Я делал грязный стиль. Это настоящий рэп. Как мы любим, брат. Да, рэп. Как там наш блог? Расскажи про наш блог, пожалуйста. Вот, кстати, Кевин – это человек, с которым, который участвует в моем, блоге. Ладно, шучу. Кевин – это человек, который помогает нам делать блог. Он как участник блога тоже выступает, и он расскажет вам сейчас про блог. Да, мы уже заканчиваем монтаж, и на днях, я думаю, у нас будет вариант, и кинем вам тизер. Это интересный такой влог, где будут участвовать рэперы, настоящие рэперы русские. Друзья Смоки. У нас будет еще тизер, да? Да. А, скажи им, закинем за травку, как называется твой блог, или ты хочешь оставить? Не-не-не, нельзя, пока нельзя. Да? Кевин, привет, Мэри, передавай, написали. Постараюсь, мы просто с ней расстались. А, она не хочет со мной общаться, да. Почему? А, не подходит темпераменты. Теперь ты один? Да. Слушай, ну это же круто. Можем теперь с девчонками тусоваться. Да, влог начинает жить новой жизнью. Слушай, а что за девочка на фотке у тебя? Ты написал, что новая участница нашего блога такая симпатичная. Я могу познакомить. Это вот как раз, когда мы снимали кусок, где я рылся в мусорке. Закал. Я потом шел и девушку увидел красивую, подумал подойти и познакомиться. Это новый герой нашего блога. Так, понял, бро. Берег Джига. Сейчас я наберу. Так, подождите. Ладно, бро, на связи. Давай, на связи. Давай, удачи, все. Давай. Набираю в Казахстан. Где все ребята? Так, вот и скинули меня почему-то. Казахстан, привет передаю. Большой. А, блин, надо кого-то из комментов набрать. Так, Мэри пишет. Кевин, тормозни. Так, Мэри, почему тормозни? Что такое? Что такое? Что, почему тормозни? Вот. Угу.
Блин, да чё ж ни до кого не дозвониться-то, ребята? Фиесту на концерте, я думаю, да, сделаю. Вы про какой концерт, смотря? Помнишь, как ты говорил, что в Якутске самая охуенная пицца? Да, было такое. Я давно хотел поговорить. Так, ну чё, заявки-то вы не кидаете, да? Или кидаете? Не вижу что-то из заявок. Особо. Вообще сегодня какой-то неактивный вы сегодня. Привет с Яката. Привет с Яката. Как сам, что новое? Я подумал, скоро у тебя тут будет фиеста. Алла. Давай на тебя Алла посмотрим. Сними трубку, Алла. Просто хочется посмотреть. Ты так часто пишешь? Суббота сегодня, да? А что, в субботу вообще, да, не активность какая-то у нас в Инстаграме? Все тусуются. А лучше бы в... Не, пусть лучше тусуются, чем в Инстаграме сидеть, конечно, согласен. Привет. Привет, Алла. Вот решил тебя... Привет, ты просто крутой, нереальный. Спасибо тебе за твой альбом, за твое творчество. Это просто космос какой-то. Спасибо. Я сегодня не в очень хорошем виде для прямого эфира. Да все не в очень хорошем виде сегодня. Спасибо, что набрал. Да. Это круто, просто. Ты просто космос, Смоки, я не знаю. У меня постоянно... Твои песни, твой вот этот альбом, он постоянно у меня на репите, я просто схожу с ума от каждой песни. Это... А какие? Ты взрослеешь, парень, как бы, и я взрослею вместе с тобой. Ну, ты в год собаки рожденный, да? Да. Мы с тобой вместе, ну, одного года. А какие песни больше всего с нового альбома понравились? Блин, вот с самого начала прям, начиная там... А, что у нас там? «Стать дымом», я не знаю. «Стать дымом» крутая. Слушай, я скажу... А «Броня» вообще фанатею. Потом, что еще? Да все, я не могу, я просто сейчас так волнуюсь, что я не могу снить. Это же нереально, просто мне такой чувак позвонил. Да, обычный чувак, да ты что, я тебя умоляю. Блин, нет, ты легенда, ты легенда. Хватит, парень, ну хватит. Чего? Скажи мне один вопрос. Да, ТНТ нафиг. ТНТ нафиг сейчас. Сейчас я пытаюсь в Маке набрать. Я не могу даже в Маке набрать свой пароль. Слушай, а скажи, ты с дня первого начала слушать? Я давно тебя слушаю, на самом деле очень я в последнее время как бы слушала старый твой альбом, который там, знаешь, там, блин, все, я не знаю, настолько волнуюсь, что я не могу ничего сказать. Ладно, я понял, спасибо за отзыв, оставайся на связи, я в эфире, всего хорошего, хорошего вечера. Трэш, спасибо тебе прям... Все, блин, пока, крутой пока. Ты вообще, пока. Вот это позитив, я понимаю. Не то, что хейтеры всякие пишут. Гадости. Альбом. Передаю привет Олегу Башкову из Беларуси. Кидайте заявки, ребят. Почему так мало заявок? Кидайте заявки. А вот я сейчас смотрю, справа сердечки летят, да? А можно, чтобы они так... вот сейчас был выброс сердечек. И все, пропали, прикинь, сердечки. А можете сделать так, чтобы прямо они вот так фигачили? Офигеть, сколько сердечек! А, это уже не сердечки, это какая-то дорожка белая.
Круто, круто. А дайте я тоже буду на сердечко нажимать. Ёб, потому что не прокатило у меня. Хейтеры, идите на. Блин, я вот на самом деле сейчас здесь вот не один, и ребята еще сидят. Все сидят в эфире. Вы за мной наблюдаете? Я и хейтер. Я живу. А давай пиши мне что-нибудь хейтерское. Я? Да. Будем ржать просто. Ребят, ну не спрашивайте у меня про какие-то бифы, конфликты. Ну все это реально уже неинтересно. Ну правда, ну пиздец, заебало. Все как бы, ну, да. Обсуждайте там. Чего? Это ты написал? Ну а что делать? Реально была телепатическая связь. Реально я чувствовал, как он прям внедрился, и ну, там некоторые биты мои, там, ну, и там строчки даже есть. Я тебе могу потом показать строчки, которые он там взял. Для этого, в Пабло альбоме там есть. Тридцатого апреля в Казани. Я не слышал про этот концерт. Свяжись с Гуфом. Да я уже, блядь, полгода пытаюсь связаться с Гуфом в Инстаграме. Ну, как это сделать? Он неуловимый просто какой-то, мне кажется. Лёха, набери, брат, пообщаемся. Люди просят меня в каждой трансляции. Набери Гуфа. Давай уже это осчастливим их. Прокомментируй трек «Холода не беда». Как делали? Просто как-то на студию залетели. В то время мы прям тусовались, общались и сделали. Прям на студии сели, написали, записали. Бонусный трек «Стекла» выйдет синглом 7 марта. Это сингл совместный с Lil Kate. Очень хорошая песня. Душевная. Нереально хорошая. Очень нереально хорошая, как мне подсказывают. Очень красивая. Вот. Блин, напиши Славе, пожалуйста. Он что-то мне пишет, какие-то голосовые сообщения. Может, что-то спросить хочет. Напишу. Да, напиши. А? Я хочу старую школу Андера. Я хочу Rolls-Royce из чистого золота. Ждем в Беларуси. Если попаду в эфир, то сбрею бровь на видео. Смотри, Славик взял ножки, твистеры, крылышки. Крылышки. KFC заказали брату нашему. Хочу сегодня вечер грязной еды провести. Жрать крылышки. Ведро. Да не, ведро это до хера. Последний альбом у тебя красивый. На МКАДе. Почему в Тало? Короче, по поводу Lil Kate. Рассказываю. Она придумала этот себе никнейм в каком году? Очень давно. Ну, примерно, скажи. Это было лет 10 назад. Но я лично ей постоянно говорю, что надо делать ребрендинг с именем, а ей нравится. Но она придумала его 10 лет назад. Нота, ёп. Обязательно, вот когда я в эфире, мне все начинают писать, звонить. Ну, пусть не гонят, скажи. Сейчас модно стало Биг Кейт. Нет, не Биг Кейт, а этот Янг Кейт.
уже не я, но Лил. В общем, когда был Новый год, мы загадывали желания. Мы писали на бумажке желания. Потом мы жгли бумажку и кидали в шампанское, выпивали шампанское с жженной бумажкой желания. Я хочу сегодня вам признаться, какое желание я написал на бумажке. Даже я не знаю, какое. Ну, я не буду... Не, ну, 250 наберется человек, я скажу. Что, правда? Ты по-настоящему скажешь? Да, я по-настоящему скажу, да. Тем так интересно. Вы офигеете. Серьезно? Да. Вы просто... уже... Нет, еще пока нет, но я близок к своему желанию. Да, я не верю в это, я все равно... 250 человек, и я расскажу, что я загадал в Новый год. Что это за звук? Привет, Снадыма. Что это? Это посудомойка? Блин, ребята. Так рад вас всех видеть почему-то, не знаю. Так вас люблю. Даже те, кто гадости пишут, все равно вас люблю. Просто вы мне нравитесь. Просто я вас люблю. Я чувствую вашу любовь. Я хочу подарить вам свою любовь. И просто я вас люблю. Вы мои дорогие люди. Вы дороги мне, как родные. Вот, ну, а вот по поводу желаний в Новый год, короче. Еще я хотел сказать, чтобы не убивали собак, короче. Потому что я видел там в интернете, что собак убивают. Это полная фигня. Собак нельзя убивать, они же беззащитные. Просто можно сделать приюты нормальные для собак и бездомных собак в приюты помещать, а не убивать их. Зачем убивать? Это неправильно. Правильно я говорю? Правильно. Ну можно же сделать приюты, это же не так дорого сделать большие приюты. Очень мало людей, которые... Да это понятно. Можно сделать приюты большие и собак туда свозить. Зачем убивать? Что это такое? Было бы круто, если ты открыл бы. Я бы с удовольствием открыл приют. Была бы такая возможность, конечно, я бы что-то бы открыл бы. Потому что, ну как можно, типа? Давайте здесь откроем. Для елки подружки. Коров же убивают. Ну да, и вообще... Ну, блин, это вообще какая-то индустрия просто смерти. На эти скотобойни всякие. Ну, сейчас еще буду есть KFC и думать это об этом. Это фигня. Я загнался, короче. Есть овощные котлетки? А? Можно овощные котлетки? Ребята, я был 7 лет вегетарианцем. 7 лет. Это было круто. Меня моя девушка, с которой я жил, подтолкнула есть мясо. Это все женщины, они подталкивают постоянно на какие-то неправильные поступки мужчин. Согласна. Но представляешь, я 7 лет не ел мясо. И потом начал есть, потому что меня соблазняла моя дама сердца. Я не выдержал, короче.
Ну, сейчас я практически не ем вообще. Ну, то есть курицу иногда так. Когда последний раз дрался? Ой, очень давно. Я же добрый, посмотрите на меня. Какой вы что? Я люблю всех, со всеми общаться, дружить. Вкусно готовит. Да я с ней уже расстался. Готовила офигенно. И вообще хорошая была. Ну вот мы расстались. И сейчас мое сердце свободно. Сейчас мое сердце свободно. А пиздец, когда получал. Это что значит? Бывало, да, бывало, меня и в пятером прессовали, но тоже это было давно. Разные были, блин, замесы. Разные были замесы, что об этом вспоминать. Главное, чтобы сейчас мы были позитивными и добрыми. Вот, поэтому так вот. Чё не ври? Жениться тебе надо. Давай я тебе готовить. Пишет. А я тебе сейчас наберу. Спросим. А, тебе набрать нельзя. Мути слилки. Да вы что, с ума сошли? Просто объясни, что у Lil Kate есть Игорь, или просто потому, что это ужасно. А, у Lil Kate есть Игорь, да, и... Не то, что это для ужас какой-то. Да, я к ней отношусь как к подруге, и... Ну, они-то не знают. Поэтому и спрашивают. Ты так сказал, что с ума сошли. А, я понял. Тебя это зацепило? Да нет, ну просто надо вообще оторвать. А, когда выйдет красивая деваха, которая... А красивая это деваха, которая готовить тебе хочет. Я не знаю, ко мне, Оля. Оля, давай мы до тебя посмотрим, а? Кинь заявочку, тебе позвонить нельзя. Спросим. Не просто нажать и позвонить. Нет, прикинь, у нее отключены эти. Я бы набрал, спросил, что она мне приготовит, когда я приеду в гости. Эх, никто не готовит. Грустно. Сейчас Ольга будет готовить. Кто? Ольга. Покажи Лил Кейтик. Кейтик. Это так мило. Лил Кейтик. Где все хейтеры? Блин. Где вы? Ну ты Альфонс, мне пишут. Что такое? Альбом Фьюза хороший. Фьюз крутой. Фьюз это папа рэпа вообще. Что Слава сказал? Он далеко вообще? Съешь козявку, мне пишут. Блять, блин, может, в натуре это мне, брат, сделаешь мне кофе, а? Пожалуйста. Нагружаю, видите, людей, короче, чтоб... Ну, я говорю, пожалуйста. Хорошо.
О, охуенный капюшон, смотри. Думаешь, ты открыл весь свой потенциал в музыке? Я думаю, что я открыл свой потенциал в музыке процентов на 25-30 максимум. Просто очень много времени проебал просто, блядь, впустую. Занимался самообманом каким-то. И то время, которое я мог потратить на развитие своего потенциала, потратил на просто на какую-то хуйню. Извиняюсь, конечно, за мат. Но, может быть, это станет примером для кого-то, чтобы так не поступать. Спортом сейчас не занимаюсь. Нет. Набрал 10 килограмм. Блин, да вот я хотел побриться, но, блин, спал 5 часов. У меня в общей сложности 100 километров проехал за вчера и сегодня, поэтому побриться не успел. Вот кто-то пишет: респект за трек «Броня». Но прикол в том, что когда я писал такие треки, как «Броня» и «Как стать дымом», очень многих людей, которые там... Ну, не очень многих, но люди, некоторые, которые слышали эти треки в период их записи, говорили мне: «Да ты что, их не примут люди! Тебя же воспринимают как другого вообще, Смоки Мо!» А теперь я понял, что все это полная хуйня. Что, ребята, не будьте зажаты в какие-то, ну, рамки своего какого-то образа. Делайте то, что вам нравится. Я делал такие песни, как «Фиеста», «Броня», «Стать дымом» от чистого сердца, от души. И до людей это доходит. И это кайф. И уже стало намного меньше в сравнении с карате. Потому что, ну, потому что это честно, это от души. И я рад, что так происходит. И дальше будет только так. Кингисепп, привет. Но я не буду говорить, кто так конкретно говорил, вы все равно не знаете. Но были люди, которые скептически такие: как ты стать дымом выпустишь на альбоме? Блин, это же люди вообще не примут. Ты представь, ну, типа, свои треки, там, типа, во время «Тигра», там, в карате, и «Стать дымом». Это же, ну, типа, это же, ну, такой диссонанс. Я говорю: да мне похуй. Меня так много раз не принимали мою музыку, что мне не страшно. Я делаю от сердца, я делаю это для людей, которые в этом нуждаются, кто это любит, что мне вообще наплевать. Как бы те, кто не примут, ну, и пусть не примут. Ладно, ребят, пойду я, наверное. В общем, напоследок я хочу сказать, что я вас всех вас очень люблю. И я желаю вам любви и добра. Пюрешку будешь. Любви и добра, тех чувств, которых сейчас так мало, потому что люди такие какие-то... Ну, многие люди стали какие-то такие замкнутые очень сильно. Какие-то такие... Вот, Катя вас тоже всех любит. Всех обнял, всех целую, всех люблю.